Володь, слушай, жирная свинья, старый осел, ты когда-то нас обозвал баранами. Но я не понимаю, почему-то все мы промолчали. Прошло некоторое время, ты еще начал наглеть. Уже в настоящее время твоя наглость не имеет предел. Что угодно ты ворчишь, гавкаешь, что угодно говоришь. И одно слово у тебя во рту. Свобода слов, демократия, что я хочу, могу сказать. Даже ругал Байдена, потом, не знаю, Трампа. Это твое личное дело. Каждая нация, каждый народ имеет свою гордость, свой менталитет. А теперь я тебе говорю. Ты воняешь, как свинья. Ты свинья. И воняет твоя нация, как свинья. Каждый месяц мы отправляем для вас икру, рыбу, потом деньги, потом, не знаю, что угодно. Сами умираем с голода. Отправляем вам. Этот раз, этот месяц, я тебе отправлю, знаешь что, намордник. Если у вас там дорого стоит намордник, я за свой счет куплю намордник, что тебе надели на твой паст. Тебе говорю, это Вагабзаде Исфандияр, Бахтияр Оглы. Я не простой человек, я доктор наук, профессор по филологии. Когда ты ерундой занимался, не знаю где-то, в каком-то дыре, я в Афганистане выполнил ваш оккупационный долг, интернациональный долг. Я там кровь проливал в Афганистане, когда ты весь русский народ, нация, ерундой занимался. В голове с Путиным. Я черевчанин полномочный посол. Работал в Пакистане, Швейцарии, в Молдове, Белоруссии. Афганистан, я уже сказал. Я работал для вас в Иране. Знаю, чем занимаются русские свиньи. Они ерундой занимаются. Они воняют. Уже ваша вонь, как сказать, распространяется на весь мир. Дышать невозможно. Знай свое место.